Приветствую вас на канале летсплея Far Cry 4. Продолжаем проходить сюжет. И сейчас я лечу на миссию с Сабалом. Теперь он что, в храме? Путь обитает в этом. Клянусь тебе, мы проведем обряд. Ты станешь... Тарун Матарой. Скоро мы обретем свободу. Брат, ты хотел меня видеть. Спасибо тебе. Все наши успехи — твоя заслуга. Обещаю, я не забуду сына Махана, когда все закончится. Он гордился бы. Слушай. Золотому пути нужен один вождь. Амита неуправляема. Брат, оглянись. Вот что нужно Кирату. Стабильность, традиции, честь. Но она сомневается в каждом моем шаге. Артиллерия! Аджай, Уткарш под обстрелом! Вперед! Чё, доберитесь до Уткарша быстрее. Быстрее чего? Куда идти, блин? Да ладно! Твою мать! Вылезай давай, наружу вылезай. Вон там подъем. Зончик-то вообще огонь играет. Что это, они-то там его рушат, что ли? Карш этот. Твою мать. Он под нами. Они заплатят. Да ну нахрен. Гарпун этот. Давайте отметку поставим. Куда-то надо переть. Блин, да нарисуйте маршрут, какого хрена? Плохо без гранатомета. В обратно вернуть. Ох ты ж, твою. Ну ладно, можно вместе. Аджай, мне нужны люди, чтобы атаковать пушки, обстреливающие Уткарш. Продержись пока сам. Пожар, пожар! Бегите! Пожар! Пожар! Помогите! Солдаты Пейгана идут! Они нас всех перебьют! Не волнуйтесь, сидите и не высовывайтесь! Блин. О, а можно магазин использовать сейчас? Аджай, Сабал послал нас на защиту Уткарша!
Они идут с востока! Нельзя. Где восток? Где вообще хоть какой-то край света, не пойму. Атака с востока! Так, вон, вон оттуда получается. Это где? Это пушки! Укрытие! Всем в укрытие! Пушки! Сомневаюсь, что, конечно, такой дом защитил бы меня. Уничтожили. Осталось еще две. Сейчас будет новый удар. Готовься. Подготовьте оборону. О, кстати. Нельзя вызвать наемника. Атака с востока! Опять, что ли, с востока? Сколько можно-то? С нового места, блин. Эти-то откуда? У меня еще арбалет есть. Плохо без гранатомета, сейчас да. Неплохо. Ой. Надо меня чуть не прибило. Так, патрончики бы пополнить. Всех же должно перемолоть, не только моих.
позиция разбита. Осталась одна. Мы их не найдем, пока пушки не нанесут удар по Уткаршу. Будь готов. Мы остановились. Замечательно. Ждем следующей волны. Запад! Атака с запада! Иду, иду, иду. Больно, смотрите, как уходит. Все? Есть! Последняя батарея уничтожена. Все чисто. Уткарш в безопасности. То, что осталось. Главное, чтоб Хадра цела. Пока она жива, у людей будет надежда, брат. Нужно показать всем, что жертвы не были напрасны. Так, замечательно. Где магазин? Мне нужен вон он. Так, боезапас пополняем и вместо, где он? Вот М79, да? Вместо гарпуна. Что с бумажка? Всем верноподданным внимание. Золотой путь становится все смелее день ото дня. Король Мины Юма напоминает, что гвардия короля готова встать на пути этой угрозы и защитить подданных короля Мина. Да озарит вас свет, Пейган. В моем первом двойнике. Нет, тот, которого ты стер с лица земли, был третьим. Ой, ладно, хрен на тебя. Куда там идти, где Сабал? Его же только миссия доступна сейчас. Вот он.
Угу. Орел, молодой. Помогите! Помогите! Да кто? Чё? Кто орёт? Надоели вы с этим орлом. Беги! Как он задрал? Неуничтожимая тварь. Ты что это удумал? Это для меня. Мне осталось решить еще одно дело. Амита умрет. Это воля Киры. Только так мы сможем спасти Кират. Вот как. Она ничем не лучше Пейгана. Сделай то, что должен. Что посеешь, то и пожнешь. Убейте Амиту. Серьезно. Блин. Где она? Вот она. Да. Мне кажется, сейчас будет выбор, убивать, не убивать. Так же, как было с... Ну, с этой как ее. Радио, рано вещает на волнах радио «Свободный Керат». Я попросил вас поделиться мыслями по поводу того, что спрятано в золотых шахтах Пейганамина. Я думал, что будет весело это обсудить. Поэтому я обратился к нашим фанатам. И они, то есть вы, написали... Сейчас метку поставлю, а то что такое, не туда, по-моему, еду. Надо сказать, вы предложили массу интересных теорий. Интересных, в смысле бредовых. Азиз пишет. Правда, пишет, я не выдумываю. В этих шахтах Пейган прячет секретную армию нежити, подаренную ему людьми-ящерами, живущими под Лос-Анджелесом. Отлично. Пейган входит в заговор иллюминатов. Нет, Азиз, это не так. Надиш пишет. В шахтах Пейгана лежат свинцовые слитки, выкрашенные под золото. Но сказать вам по секрету, Пейгану незачем так нищебродствовать. Мне это сказала девушка лучшего друга моего брата. Да-да-да, те самые три рукопожатия. Спасибо, Надиш. У тебя надежный источник. Дальше у нас Ранджит. А у меня брата так зовут. Он пишет. Эй, Раби, я знаю, что в этих шахтах. Твои яйца, лузер. А, так это был мой брат. Знаешь, Ранджит, если бы они были... Аджай, я почти вижу отсюда, как ты хмуришься. Чего тебе, Пейган? Например, Юма. Чтобы преподнести ее тебе, мне пришлось на телевидение идти. А я его ненавижу, то ли дело радио. Но тебе... О, тебе повезло. Митя! Бедная Юма, ее будет не хватать. Мне было трудно выбрать между вами, но я выбрал правильно. Увидишь? Конечно, ты занят. Надо все успеть и везде разобраться с дерьмом. Не мешаю. Но не забудь. Выбор влечет последствия. Я тебе верила! Нет, не надо! Почему-то здесь не было выбора. Прислал за мной тебя? Я ждала этого, но ты...
А кому еще хватит духу? Тоже верно. Сабал находит оправдание в слепой вере в традиции, а ты покорно идешь за ним, как и прочие глупцы. А ведь я и впрямь поверила в то, что ты хочешь лишь исполнить последнее желание матери. Ну давай, сын Махана, спаситель Кирата, выполни приказ, спусти курок. Это же воля Киры, да? А если я ее не убью? Как ты добр, Аджай. Знай, ты пощадил меня, но погубил Кират. Не знаю, правильно ли это было. И что теперь? Самета и покончено. Что же, не мне судить ее, брат. Это сделают боги. А тебе предстоит убить диктатора. И закончить войну. Да? Так, и куда идти? Блин, у меня тут ближайших телепортов даже нет, твою маковку. Ну вот сюда только если. Так, пополним снаряжение. О, да пипец. Бумажник почти полон. Подождите, а сколько осталось вообще? А, так это реально сейчас может быть конец кампании? Фига. Зебу. Ой. Ой, зебу везде. Торговец. Хотел у него еще инъекторов купить. Все, что ли? Охренеть, он в машине сидел. Спасибо. Ты спас меня. Ладно. Чё, где это орёт? Кто рычит? А, вон, подъем. Я уж думал, отбегать придется. А наверху меня медведь ждет, да? Просто отлично. Huh?
почему там сражается? Долгий путь. Вроде не так далеко там было. И тут коптер есть, кстати, хорошо. Да блин! Вижу противника! Давай, мина! Давай, давай, давай! Быстро, быстро! Быстро, быстро! Кричи! Кричи! Ты так и в окол будешь орать! Ну все, погнали. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Будет трудно. Согласен. Я слышала про Амиту. Как бы то ни было, за Сабалом будущее Кирата. С бумажка. До свидания. Я ухожу на юг. Вчера сюда забрел солдат. Он заблудился и был голоден. Он сказал, что бежит на территорию Золотого Пути, потому что его поймали на прослушивании бунтарской передачи по радио. Я тоже их слушал, и я принял решение идти вместе с ним. Я больше не хочу жить на севере. Хватит с меня Пейгана Мина. Нам пора ехать! Смерть Пейгану Мину! Доберитесь до крепости. 700 метров. Коптер же есть. Стойте-ка, мне кажется, в грузовике я же ездил, да? В статистике у меня остался одно какое-то транспортное средство. Что, прям в главный вход надо входить? А, вон мои бойцы подъезжают. Атакуйте крепость. Ёшкин кот. Да ну нахрен. Что броня вот какая-то. Аджай, сделай что-нибудь с пулеметами! С какими пулеметами? Вперед! С этими, что ли? Я наверх!
понял! Давай, давай! Я иду! Двигай, вижу! Двигай. Я тебя вижу! Перестроение! Чё, к чему он своего выстрелил? Это чё за прикол? Вижу врага! Это мина! Не зря мы готовились! Сука! Я с тобой сейчас проиграю! А что у тебя внутри? Выстрелы! Так, а дальше-то что? На что надеюсь? Я скажу тебя птицам! Давай, давай, давай! Быстрее, быстрее, быстрее! Моли о быстрой смерти! Обнаружен враг! Векторов-то мало осталось, кстати. О, он сквозь мешки пробивает. Уничтожу! Смерть мину! Держись! Аджай, взорви главные ворота! Опа, а чё это? Ворота взорваны! Внутрь! Ворота! Ах ты, собака! Да, хреново без инъекторов. О! Ух ты! Thank you.
Пикантная фотография. Держитесь, мы идем. Патроны последние. Где-то пополнение патронов было. Забываю все время, что у меня есть еще эта штука. Они, походу, бесконечные. Захват заново начался, ну здорово. Так, все, вперед. Встретитесь с золотым путем. Они планируют контратаку! Держать крепость! Где, где, где? Сейчас мы скажем.
вертолет летел, кто-то сбил его. Статую Пейгана, а где она? Свалите ее! Конец! Смерть Пейгану Мину! Пират, в свободе! Эй, по своим стреляешь! Слава Золотому Пути! Все закончилось! Наконец-то! Аджай, ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это... Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее позировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Прах, прах. Забал. Я открыл ворота. Направляюсь во дворец. Армия короля контратакует. Мы не поможем. Я захожу. Да поможет тебе Кира. Последний рывок, действительно. Блин, растения бы где-нибудь набрать. Тут что-то я в округе ничего не вижу. Может, из-за того, что я в машине сижу? Да нет, нету здесь растений. Вот это да. Что, заминировано все вокруг. И вообще здесь карты нет. Тут дневник. Подожди-ка. Где дневник? А, ну он там, наверху. Блин, зря вылез. Королевский дворец. О, опять здесь сейчас будут глюканы, стопудово. Как пить дать, вот я отвечаю. Что тут сейчас моргало? Почему весь интерфейс исчез?
Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу: присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да, побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Полученное достижение, король умер. Пейган мертв. Отлично, брат. Все закончилось. Ты нашел Лакшману? Нет. Я не знаю, что это. Да и не важно. Керат свободен, брат. И это главное. Отпразднуй же это, как того хотел бы Махан. Ну что же, а теперь проверим второй вариант, что будет. Не будем его убивать. Ну? Кого ты убил? Хамиду? Сабала? Я и так это знаю. Но все же хочу услышать от тебя. Иди в пень! Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж... Ты понимаешь, что без боя отдаешь свою страну, да? Она всегда была твоей, Керат твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано, еще одна смерть и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Мальчик, это урна. Все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению.
Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я. После того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. Да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. Смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед! Делай то, что должен. Память о Лакшмане Мин. Последний дневник. Ох-ох-ох. Ус, 1990 год. Аджай, знаешь, что все, что я сделал для тебя. Все, что я когда-либо хотел, это чтобы ты рос в безопасной и процветающей стране, но эта цель требует жертвы. Я сожалею, что не смог увидеть твои первые шаги или услышать твои первые слова, но командир не может поддаваться эмоциям, не может отвлекаться на личное. Твоя мать расстраивалась, когда я заговаривал о твоем будущем обучении, но если эта война переживет меня, ты должен быть готов занять мое место. Будущее Кирата в твоих руках. Мохан Гейл. Я люблю тебя и всегда буду с тобой, мама. Хотелось бы тоже узнать, что будет, если устранить его, а потом его не устранить. Давайте сначала его отпустим. Конец. Второй раз уже конец. Ха-ха. Сабал, готово. Хорошо, брат. Все закончилось. Не могу поверить. Ты нашел Лакшману? Да, нашел, Сабал. Мама покоится с миром. Спасибо. Кират свободен, брат. Благодаря тебе и Мохан обрел покой. Вернись домой. Мне нужен помощник. Кират должен вернуться к истокам. Ну а теперь хрен из два.
Фейган мертв. Хорошо, брат. Все закончилось. Не могу поверить. Ты нашел Лакшману? Да, нашел, Сабал. Мама покоится с миром. Спасибо. Кират свободен, брат. Благодаря тебе и Махан обрел покой. Вернись домой. Мне нужен помощник. Кират должен вернуться к истокам. Салют, сосед! О, мистер Гейл! Чё, всё походу, а? Никакого больше хардкора? Зачехляешь свою ракетницу, да? Да, а мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем? Не в этот раз. Спасибо. Ну вот, в общем-то, и все. А весь сюжет пройден. Просмотрели мы все, в принципе, основные концовки. Отличаться они будут, насколько я предполагаю, только тем, что говорит Сабал и или Амита в конце. Вот. Ну и, соответственно, убийство Пейгана будет только означать, что... Что вот тоже тут фразу скажет небольшую Сабал, либо Амита. И смотря в какой момент. То есть если в первом, когда за столом мы его убьем, то понятное дело, что не будет Сабала. Тьфу ты, господи. Не будет вообще, мы не узнаем про Лакшману ничего. И не поставим прах матери там и так далее и тому подобное. То есть такая странная концовочка получается. Конечно, нормальная концовка — это не устранять его, а устранить потом на вертолете. Ну это чисто мне так кажется. Хрена с два, он столько всего натворил, и чтобы просто так уйти, ага, нифига. Посмотрим, какой у нас общий процент прохождения на данный момент. На данный момент это... 86%, то есть осталось чисто собирательство. Единственное, я не помню, что за транспортное средство одно я не использовал, вот это вопрос. А так остальное, в принципе, все понятно, что нужно сделать. Добить оставшееся собирательство и там всякие доп. Задания по этому обезвреживанию, спасению там и так далее. Вот это вот все. Ну, а на этом моменте прервемся. А еще будут сюжетные, как я понял, сюжетные же это дополнение Долина Йети и побег, по-моему, тоже там из чего-то, что-то такое. В общем, два DLC. Ну, а на этом моменте прервемся. Забывайте ставить лайки, подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы ничего нового не пропустить. Увидимся на канале Let's Play в будущих сериях. Пока.